Тайны древних скотоводов. Уникальный курган обнаружили дагестанские археологи в Кумтаркалинском районе республики. Возраст этого памятника культуры около 4000 лет, и относится он к эпохе Средней бронзы. Подобные курганы известны, но в отличие от других погребальных сооружений, он усложнен каменной кольцевой выкладкой. О древней находке расскажет Хадижат Мазгарова. Сантиметр за сантиметром археологи очищают древние захоронения. Под слоями земли они обнаружили центр кургана – гробницу погребенного. Древняя усыпальница поражает размерами и необычной конструкцией. Помимо каменной кладки могильника и каменного кольца, что типично для захоронения бронзового века, обнаружена еще одна кладка в форме полумесяца. Кургана, она отражает какие-то древние религиозные мировоззренческие представления населения, носителей этого курганного обряда погребения. Этому захоронению около 4000 лет, относится к культуре подвижных скотоводов. Об их высокой на тот период культуре говорят следы тёски камня. Вот хорошо отёсанный камень и тоже след от работы инструмента. В кургане обнаружены ребра теленка, фрагменты обломанного бронзового ножа и бронзовая бусина. Судя по основательности конструкции и затраченных ресурсов, в могиле погребен непростой человек. Высокого социального статуса, ну, может быть, вождь рода, глава рода, племени. Уже весной на этом месте начнут укладывать участок международного газопровода Грозный-Баку. Но перед местность должна была быть исследована на наличие исторических памятников, что и было сделано. Но так поступают не все организации, сетуют ученые. Нередко важные археологические объекты уничтожаются спецтехникой. Другая проблема – это черные копатели. Люди, которые в поисках ценных артефактов, уничтожают памятники. Не останавливает варваров даже уголовная ответственность, которая им грозит. Так были разрушены новочеркесские курганы. Свежий пример в районе Манаскента. Грабители не только землю взяли, но и не только разрушили культурный слой вокруг этого памятника, но и углубились непосредственно само захоронение, то есть произвели как бы уничтожение и нанесли огромный ущерб этому памятнику. Исследуя местность, археологи обнаружили еще одну любопытную находку – древние наскальные изображения, спрятавшиеся на южных предгорьях близ села Учкент. Крупное панно с рисунками животных оставили древние люди тоже в эпоху Средней бронзы. Туловище животного, задние ноги, передние ноги едва заметны. И вот изображение рогов. По словам ученых, эти горы могут скрывать десятки, а то и сотни подобных древних панно. Любопытно, манера изображения одних и тех же животных в разные периоды отличается. Причем древнее не значит примитивнее, поясняют специалисты. Наскальные изображения в этой местности археологи находили и раньше. Вот одно из них. Оно было обнаружено в 50-х. На нем древний художник изобразил двух козлов. Побольше и поменьше. Тем временем ученые продолжают раскопки удивительного кургана. Узнать другие тайны захоронения древнего вельможи поможет вскрытие саркофага. К этому археологи приступят уже скоро. Хадижат Мазгарова, Саид Кутиев. Время новостей.